Вот пришел мой заказик от мыла Опт. Я ждала его 2 недели. Немного начала обижаться на любимый магазин. Но теперь, когда все получила, все так аккуратно упаковано. Вот это мой заказ. По нему будем проверять. Все красивенько, целенько. Сразу забываю все обиды. И уже готовлюсь заказывать в следующий раз. Итак, что в этом заказе у нас? Сейчас все посмотрим. Вот все аккуратненько стоит, все целое, все очень хорошо упаковано. Смотрим. С чего начать? Что первое достанем? Ну, о, это я заказала набор пигментов минеральных. Мика. Разные яркие цвета. Решила поэкспериментировать со своим мылом. Попробовать создать всякие сверлястые красивые узоры. Яркие. Хочется не только полезного мыла, но и красивого. Вот такие вот. Пигментики. Попробуем. А это мой любимый Дехиквард. Я его так долго собиралась покупать. Я буду делать из него, естественно, маски для волос. И также ополаскиватель для белья. Дальше у нас идет вот оливковое масло. Ну, какое мыло без оливкового масла? Это я беру для мыла. Для всякого. Я его добавляю во все виды. Без него никак. Вот он в такой бутылочке. Отличное масло. Беру не первый раз. Следующий. А следующий у нас идет всякие коробочки, чтобы не тряслось. А это какао. Тертое какао. Из него я делаю, как и мыло, так и конфетки, так и использую вместо какао. Детям делаю какао. Очень, очень мне нравится. Отлично. Беру его по килограмму на месяц как раз. На всякие десертики. Следующий. Следующий у нас. Покажись. О, это и калий. Калий OH. Ну, конечно. Жидкое мыло. Это я делаю... Беру для посуды, средство для посуды делаю, жидкое мыльное, и калийный шампунь. Дальше, кокосовое твердое масло. Ну, опять-таки, основные масла, какие у нас, кокосовое и оливковое. Вот кокосовое масло для мыл моих, пальмоядровое. Ну, конечно, оно как кокосовое, только немножко мягче, тоже для мыла. Без него никуда. Следующий. Каустическая сода. Ну, конечно, какое твердое мыло без каустической соды? Тоже для мыла моего любимого. Следующий. О, кокосовое твердое масло. Ну, конечно. Кстати, кокосовое масло я также использую вместо сливочного выпечки во время поста для веганских рецептов. Растительное его не заменяет, все-таки сливочное, кокосовое легко. А это всякая мелочевочка. Сейчас будем смотреть. Итак, для начала цетиловый спирт для кремчиков. Дальше стеариновая кислота. Хочу попробовать сделать мыло для бритья. Дальше карбонат кальция. Делаю зубную пасту. И вот нашла в какой-то пасте для чувствительных зубов этот компонент. И сразу же его прикупила, добавлю в свою пасту. Дальше. Монастера глицерина. Ну, это же для кремчиков. Экстракт прополиса. Ну, это понятно, активная добавка, а также консервирующие свойства имеет. Оливэм-1000 для кремчиков. Следующий. Константановая камедь. Загуститель. Тоже для кремчиков и для гелей. А какао нерафинированное. Ой, пахнет обалденно. Это тоже и для кремчиков, и для... О, уже панданол. Не успела сказать. Для панданол. Ну, естественно, во все крема его добавляю.
Облепиховое, нерафинированное. Это я делаю мыло оранжевое с апельсиновым эфирным маслом. Кунжутное, нерафинированное. Для зубной пасты. А также я делаю масло для зубов с кокосовым и со всякими эфирными эвкалиптом, мятой. Керамидный комплекс. Для шампуня и для масок для волос. Это экстракт грейпфруктовых косточек, природный антибиотик. Вообще он, в принципе, полезный для косметики, но и также является консервантом натуральным. В общем, для крема. Для крема разглаживает, убирает морщинки, всякие шрамчики. Ну вот, все мое богатство. Ну, конечно, я буду заказывать в следующий раз. Где еще все есть и все в одном месте. Вероятно, заказчиков много, заказов много. Ну, все равно, все же хотелось получать свои заказы быстрее. Это еще и не основной ассортимент у меня, а так докупаю, чего не хватает. Ну что ж, буду варить мыло, крема для себя любимые, для друзей. А также шоколадные десерты. Все, всем пока.